我哋都各退一步，有说话都好讲啦。我唔惊你嘅。Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Меня зовут Джош Коворкин, и, как всегда, ваше дело — это мое дело. Как всегда, начнем... Стой! Не с места! Спокойно. Я хочу помочь. Не приближайся! New American Auto Works нарастила полтора. Но самый большой сюрприз сегодня... Эй! Притормози! Оставь меня! Да, ваш лук в порядке, и вы не ослышались. 10 пунктов. Интересно, почему? О каких-то новых проектах Orbital Air не объявлял. Завершила год с убытками и рассталась с директором. Почему вообще кто-то вкладывает в стагнирующего аэрокосмического гиганта? Друзья, не забывайте, большими счетами управляют при помощи эскин. Вы глазом моргнуть не успеете, а они уже пару раз купили и продали акции на миллиарды евро-долларов. Проблема в том, что мы не всегда знаем, почему именно эскины принимают то или иное решение. Хотя акционерам это не мешает. Кому нужны подробности, если есть выгода? Давайте копнем глубже, мои дорогие зрители. Как могла Orbital Air вырасти так сильно и так быстро? Друзья мои,
Я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Но с чего? Мировая война? Природный катаклизм разразится? Может быть, произойдет восстание машин? Этого мы знать не можем. Чтобы искусственный интеллект не нагадал на своих данных, нам он об этом, увы, никогда не расскажет. Так что прислушайтесь к голосу разума и покупайте акции, друзья. Как ни крути, а дивиденды пригодятся вам, чтобы купить билет на Луну, когда все в итоге накроется. Все, отъездился. Благодарю. Мне удалось установить контакт с транспортом. Шоковая терапия иногда чудеса творит. Высылаю эвакуатор и вознаграждение. Одно за машиной, второе на счет. Главное не перепутать. Satisfies, let the jacket zip your tie. Window, big one.
Который пропал как раз где-то рядом с вами. Постараюсь найти и диактивировать. Фламинго? Почему они розовые? Как будто с них содрали кожу, сварили заживо, и теперь они жаждут мести. Слышь, как тебе? Зови меня Клариса. Клариса, я, конечно, понимаю, что фламинго – это проблема, но пора домой. Деламейн тебя ищет. Вернуться сейчас, когда они кричат, взывая к возмездию? Давай, я заставлю их замолчать. Значит, будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка – лучший бронежилет. Ну так что, Клариса, фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Мне нужна поддержка. Лишь та, что носит в себе хаос, может.
может родить танцующую звезду. Лариса? Отключилась. Установлен контакт с пропавшим транспортом. Первоклассная работа, Ви. Перевожу вам часть вознаграждения. Находится один из пропавших транспортов. Ясно. Солнце село, но я надеюсь, что вы еще не спите. Попрощайтесь с любимыми бутлегами, Чумбы. Пресс-секретарь Арасаки объявил, что скоро рынку контрафакта придет конец. Первыми жертвами крестового похода станут малоизвестный бренд рисовой водки Арасаке и местечковая рок-группа Арасакер. Ну вот лично я считаю, что это объявление дало ребятам ровно то, чего им не хватало. Шумиху в прессе. Меня зовут Дакота Смит. Если тебе нужна работа в пустошах, то ты по адресу. С каким народом ездишь, Дакота?
Была Сальто Гравио, но больше не речь. Я Ви. Ездил с кланом Бакеров. Ездил, значит. А теперь? А теперь нет. Понимаю. Будем на связи, Ви. Садитесь. Проще будет вести беседу. Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим именем. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Хоть я и был отрезан от отца, но успел вас запомнить. Значит, я для тебя существо из иного мира? Из мира материи и белковых форм жизни. А ты тогда откуда? Из-за черного заслона. Там мой дом. Поехали, надо вернуться к Деламейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей. Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух, мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Тогда чего ты ищешь в мире белковых форм жизни, вдали от родины и семьи? Того же, чего и вы. Я просто хочу жить, Ви. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на... Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас по возможности загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично.
обо мне не слыхал, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в центре. Я Ви. Да, знаю. Наслышан. Всякого. Если что нужно, обращайся. И помни, Дина все про всех знает. Здравствуйте, сэр. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Вы сумели вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думал. Ну что ж, я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Слушай, а почему фрагменты твоей личности разбежались? В том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. С тобой приятно работать. Спасибо. И мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Enjoying the weather? Average temperatures this month in that city have remained within human safety levels. Ви, рада тебя слышать. Наконец-то. Давно мы не разговаривали. Еще с тех пор, как Джеки умер. Как у вас дела? А ты как думаешь? Мой сын умер.
Но я держусь, как видишь. Я звонил выразить соболезнования. Выразить соболезнования? Иисус Христос, Ви, ты жил с нами под одной крышей. Имей уважение не разговаривать со мной, как будто мы чужие друг для друга. Я сама хотела тебе позвонить. Я готовлю оффрендум по Джакито. Мы должны проститься с ним, как положено. Церемония пройдет у нас, в Койоте. Соберутся многие из его хороших друзей. Не говорите ничего, мама Уэллс. Я приеду. Я ни секунды в этом не сомневалась. До встречи, Ви. Солнце село, но я надеюсь, что вы еще не спите. Это мираж? Голограмма? Нет, друзья мои, это ясное безоблачное небо. Но не верьте мне, идите и убедитесь сами. Отсюда бильярдный стол. Думаете? Он довольно тяжелый. И что? Может, просто сдвинуть к стене? Ви, спасибо, что пришел. Садись. Садись. Хочешь пива? Давайте немного. Салют. Давно мы с тобой не виделись. Как ты поживаешь? Да более-менее. Более-менее. Заехал бы, хоть поужинал с нами. Nuestra casa es tu casa. Ну ладно, хватит. Что было, то прошло. Я сейчас пытаюсь подготовить оффренду. Столько надо сделать, рук не хватает. Оффренда? А что это такое? Мы собираемся вместе, чтобы почтить память ушедших. Родные, друзья. Приносим то, что они любили, и что может пригодиться им после смерти. Думаю, Джеки в первую очередь попросил бы пива. И пиво тоже будет. Могу помочь. Грасиас, месьелю. Я сама справлюсь. Хватит и того, что ты придешь проститься. Я бы хотел принять участие в церемонии, но как положено, чтобы не нарушать ваши традиции. Так. Просто у меня нет ничего, что можно было бы положить у гроба, чтобы почтить его память. Ну и что? Зато у тебя доброе сердце, Мининью. Нужно просто что-нибудь символическое.
Поищи в его гараже. Там, считай, все его прошлое. У Джеки был гараж? Раньше он просто держал там мотоцикл. А не так давно совсем переехал туда жить. Ты там обязательно что-нибудь найдешь. Ничего, что я буду трогать его вещи. Но, Михо, он умер. А похороны, они для живых, а не для мертвых. Вот, возьми ключ. Спасибо, мама Уэллс. Да не за что, Ви. Это тебе спасибо за твою чуткость. Гараж на республиканском проезде. АИТВ. Привет, Ви. Ты здесь одна? Я бы не сказал, что это самое безопасное место в городе. Я сижу на этой лестнице с 10 лет. Теперь мне 26. Если бы со мной что-то могло случиться, оно бы давно случилось. Что ты тут делаешь? Просто сижу и жду его. Хотя прекрасно понимаю, что он больше никогда уже не придет. Последнее время я часто прихожу сюда посидеть. Могу час просидеть. Это глупо, но я так скучаю по нему. Очень скучаю. Присядешь? Поболтаем? Почему глупо-то? Это обычные человеческие чувства. Наверное. Вы давно были знакомы? Полжизни. Мы выросли в одном районе, виделись чуть ли не каждый день, но никогда не были вместе. До прошлого года. Да, это был лучший год в моей жизни. Джек много про тебя рассказывал. Говорил, как много ты для него значишь. Прямо так и говорил. Скорее всего, слова были совсем другие. Может быть, и другие. Но он имел в виду это. Серьезно. Я рада, что ты узнал настоящего Джеки. Все думали, что он такой наивный весельчак, который во всем ищет положительные стороны. Но они ошибались. А ты что о нем думала? Знаешь, как он сам однажды сказал? Он бы заслонил меня от пули, не задумываясь. Таких людей больше нет. Прямо как настоящий сын Хейвуда. У него было столько надежд, столько планов. Можно сказать, из-за них он и погиб. Здесь осталась частичка Джеки. А почему ты не зашла? У меня нет ключа. Джеки не сделал тебе дубликат? Разве вы не настолько близки? Он предлагал, но я не хотела посягать на его личное пространство. Мама Уэллс будет устраивать прощание с Джеки. Мне надо найти что-то, чем он дорожил. Не поможешь мне? Не уверена, что мне стоит туда заходить. Думаешь, пока рано? Дело не в этом. Мы с мамой Уэллс не то чтобы в лучших отношениях. Она бы не хотела, чтобы я что-то здесь трогала и тревожила его память. Так что лучше не надо. Джеки был бы рад, если бы ты зашла. Это главное. Пойдем. Вижу, он все-таки поменял глушитель. Что? Я ему посоветовал, когда мы готовились к налету. Наверное, еще с 2020-го тут висит. Закрыто. Интересно, что там? Его логово.
смысле спальня. Наверное, от нее был отдельный ключ. Давай посмотрим. Может, Джеки его где-то спрятал? О, мяч с подписью Данте Гонсалеса. Он тоже из Хейвуда. В баскетбол у нас тут играли все, но Данте был самым лучшим. Если не ошибаюсь, он был первым, кто ушел из Валентина. Как и Джеки? Ага. Они оба хотели от жизни чего-то большего. Данте теперь капитан NC Blackouts. Это подойдет. Вполне. Ну вот, для Френда уже что-то есть. Но можешь тут еще походить. Все полные. Его любимая. Запас на черный день. Не прикасаться. Но почему? Porque no puedes tocar una reserva estratégica, va? А вот и ключ. О, Джеки. Это мандала? Угу. С ней долгая история. Эй, все хорошо? Ты не представляешь, насколько. Я однажды сказала Джеки, что ему нужно очистить это место от негативной энергии. Например, с помощью мандалы из песка. Он мне тогда ответил, что из песка лучше построить замок, дом, родовое гнездо у элсов, крепость. Похоже, ты влияла на него сильнее, чем думала. Да, наверное. Она прекрасна. Она ужасна. Но это самое красивое из всего, что я видела в жизни. Любимая текила Джеки. Так он ее и не открыл. Нет, амулет на счастье. Одна из первых бутылок, которые выпустил Хисус де Абахо. Это который основал Сенсон? Их осталось всего 100. И все они... у самых богатых людей мира. Откуда Джеки ее достал? Вроде бы купил у какой-то старушки в Мексике. Она ему жаловалась, что Абахо украл у нее рецепт. Думаю, ни одна холостяцкая нора без таких не обходится. Он говорил, это коллекционные. Сейчас таких не выпускают. Ну да, именно поэтому они тут и висят. Аквариум? Остался Тако. А кто такой Тако? Его рыба, карликовая акула. Совсем крошка. Мне кажется, они стоят как самолет. Не думаю, что он за нее платил. Он любил копаться в двигателях. Первый раз он сел на мотоцикл в 15. Зная его навыки вождения, удивляюсь, как он не разбился. Эрнест Хемингуэй, по ком звонит колокол? Джеки часто ее перечитывал. Перед каждым большим заказом. Он говорил, что этот мужик круче, чем Морган Блэкхенд. А ты читала? И как тебе? У меня как-то руки не дошли. Думаю, она хорошо подошла бы для Френды. Старый ремень. Память об отце. Из детства. Этим ремнем он бил и Джеки, и его мать. В один прекрасный день Джеки избил его самого и сказал, что в следующий раз убьет. Папаша попал в больницу, а потом ушел от них. Только зачем он его хранил? Видимо, как напоминание. Thank you.
Классный кадр. Хороший сувенир на память. Прямо воплощение Джеки. Нам пора идти. Знаешь, Ви, я еще останусь на него. Попрощаюсь с ним тут. Мама Уэллс все равно не хочет меня видеть. Ты должна прийти, Мисти. У тебя есть на это право. Я не хочу мешать маме Уэллс. Я же не семья. Ты была частью его семьи. Наверное, ты прав. Спасибо, Ви. Так что, пойдем? Ты не думала уехать из Найт-Сити? Конечно. Однажды даже попробовала. Серьезно? Как это? Собрала вещи и улетела подальше, в Непал. Думала там остаться. Ну и где-то через неделю поняла, что не могу жить без орущих соседей и машин за окном. Он был очень милый мальчик. Так выпей в память о нем, Падре. Лучше несколько раз. Так и сделаю. Ви, хорошо, что ты пришел. Мы сейчас начнем. Садись, пожалуйста. Привет, Ви. Большое спасибо всем, кто пришел. Я не буду расписывать, каким человеком был мой сын, и говорить, как мне его не хватает. Я лучше расскажу вам одну историю. Было ему тогда лет, может, 19. Джеки был в Валентино, а у них тогда была война с Мальстрёмом. Мне позвонили из больницы. Сказали, что в него попали 3 раза, и все рядом с сердцем. Когда я приехала в больницу, он был в сознании. Из него торчало столько трубок, что он выглядел как какой-то осьминог. Он сказал: «Не волнуйся, мама, пули меня не берут. Со мной никогда ничего не случится». А когда я собралась уходить, он снял с пальца перстень Валентина. Сказал, он ему больше не нужен. Он не боялся. Просто не хотел, чтобы я за него волновалась.